Мозырь, встречай. Музей инноваций роботов с 3 по 13 февраля. ТЦ «Лаванда». Бульвар Дружбы Народов 5А. Второй этаж. Играй. Взаимодействуй. Управляй роботами. Играй в виртуальной реальности на современных приставках с VR-шлемами. С 3 по 13 февраля в Мозыре. Время работы с 10 до 20 часов. Роботы ждут вас. Спешите. Цена билета будни 8 рублей. Выходные 11 рублей. На месте ликвидируемой платной стоянки на улице Котловца планируется появление новой многоэтажки. Отдел архитектуры и строительства Мозырского райисполкома проводит общественное обсуждение в форме информирования населения и изучения общественного мнения архитектурно-планировочной концепции. Ознакомиться с материалами обсуждения и высказать свои предложения можно по 25 февраля этого года. Размещены материалы общественных обсуждений и на официальном сайте Мозырского райисполкома в одноименном разделе, и на бумажном носителе в отделе архитектуры и строительства райисполкома, площадь Ленина, 16, кабинет 123. По рабочим дням с 8:30 до 17:30. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Цель реализуемого проекта – увеличение объемов жилищного строительства и снижение его стоимости. Письменное замечание и предложение по объекту многоквартирный жилой дом по улице Котловца в Мозыре в период по 25 февраля направлять в Мозырский районный исполнительный комитет по адресу 247760 Мозырь, площадь Ленина, 16. Электронный адрес вы видите на своих экранах. Замечания и предложения рассматриваются на архитектурно-градостроительном совете Мозырского района. Заказчик разработки архитектурно-планировочной концепции УКС Мозырского района.